в афоризмах Гафта ясно, злободневно и свежо. Гафта трудно не читать, пишет остро через мать. Томик надо осторожно, суть вникая, открывать. Между строчек вдумчиво думать, перечитывать. Ой, гляди, не вскрикивай, там, где гав подковырнет. Черта не окликивай, эх, почитывай, читай, и между строк не ахай. Залихватски пишет гав, злободневней не сказать. Не помри со страху, в желтой прессе пресс ничто. Выжигает гав дерьмо в афоризмах смаху!